Прости меня. Я не думал, что все обернется именно так. Если тебе это действительно важно, я женюсь на Дианке. Это не то, чего я хочу. Но это твой долг. Прав же нести ответственность за свои поступки. Я женюсь на ней. Да и вот еще что. Ты должен извиниться перед Марией. Она моя жена. Член семьи. Имеет право высказывать свое мнение. Да. Я был неправ. Вспылил. Ты всегда был прав. Пора уже научиться уважать женщин. Они делают нашу жизнь лучше, и думаю, заслуживают к ним трепетного отношения. И перестань преследовать Диану. Оцени лучше отношения Дианы. Она тебя любит, и скоро родится ребенок. Следуешь, да? Я? Никак нет. Ты все равно будешь моей рано или поздно. Не буду. Слушай, жизнь длинная штука, и никто не знает, что может случиться потом. О, ты не одна. Удаляешь? Что он не дает тебе прохода. Хочешь, я поговорю с ним, чтобы он оставил тебя в покое? Да не надо. Правда. Я сама разберусь. Кто здесь, Зотова? Я.